Put it out, G. It didn't hurt you. He's been watching too much you can't get up. Oh! Bang, bang! Thank you.
What's the matter? Vern in your bed? Go lay down. She's a good kitty. Go lay down. How's the new bed, Rose? Who's on your bed? Come on, boy. Come on. You can do it. Come on. You can do it. Yes, you can. Come on. One step at a time. Yeah, come on. There you go, Beaver. Uh-oh, Fluffy. No.
get on your bed. On your bed now. Go on. Bed. You stupid dog. We're supposed to chase each other. That's gonna hurt in a big domino. God, isn't that funny? Ух ты! А ты беленький, бедный, в грязную лужу! Hi! You like that? Hold on. Hold on. Не включить? Да, посильнее он испугается. Что, он все время так что-то делает? Ну, я не знаю, я говорю, видимо, в миске он думает, что отравленная вода, поэтому он старается пить откуда угодно, только не из миски. Как хочет, удивляет.
У нее еще спидометр не широком пути. Помогите оленю сформулировать уравнение движения ветки. У наших детей угадайка начинается. Вообще интересно. Мы должны были бы заметить по странам Балтии, как падает образование молодежи, когда приходит западная система обучения. У них даже есть такая фраза в учебнике современного гуманитарного университета по культурологии. Вам будет интересно это услышать. В настоящее время существует западноевропейская форма культуры, а также признаки зарождения русской культуры. Есть замечательная русская пословица «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Что и произошло со странами Балтии. У мальчика... О, Боже. Песня Супермен. Thank you.
На старт. Внимание. Oh, that's a good box. Dude, she's gonna win the box. She's gonna win the match. Ow! Dude, she already cut me wide open. Ow. On the scale.
decided that he doesn't know what he's doing. He's like, stop it. Oh my God. Boxing. Give me a thumbs up, Jimmy.